Если как страна мы стремимся в топ-30 самых развитых государств мира, то это должно быть признаны международные критерии. Среди них критерии читательской грамотности в начальных классах ПИРЦ, исследования ПИСА, прежде всего в области читательской и математической грамотности, стандарты WorldSkills, системы профтехобразования и другие. Бояться этого не надо. По итогам последних международных национальных исследований ПИСА и ВОВУД, учащиеся школы Алматы показывают лучшие результаты по стране. Разница между максимальным показателем алматинской гимназии и самым низким средним баллом в стране составляет 60%. Это главный результат вашей педагогической работы. Спасибо вам за ваш труд.